Дело было в октябре, в этом осеннем месяце со своей непредсказуемой погодой. Но когда выдавался погожий денек, почему бы не воспользоваться моментом и не съездить на берег реки Белой, на рыбалку? А по пути можно полюбоваться великолепными осенними пейзажами. Помесить немного грязи. Ну а как же без этого? И вот мы с двумя фидерами на заветном берегу. Вот уже несколько сезонов я особенно не заморачиваюсь со снасткой. Поводок цепляю прямо к застежке вертлюжка, в которой крепится кормушка. Особой потери в чувствительности не замечал. Ну а прикормка, каша, чем богата кухня наша. Но в основе всегда разваренный до состояния пюре горох. Насадка проверенная временем, земляной червь из компостной ямы в нашем саду. Пока я тут делюсь своими секретами, моя жена Ирина не тратит время даром и уже тащит свою первую сапу. А у меня пока что на крючке лишь брюхоногие, ведь здесь на расстоянии заброса ракушечник. И оставить за рыбалку на дне реки пару десятков крючков – плевое дело. Зацепы здесь – довольно обычное явление, и как следствие – обрывы поводков. Кстати, леска на них 0,18, длиной до 1 метра. Крючки бюджетные от Серебряного ручья, показавшие себя с весьма положительной стороны. Ой, частенько приходится довязывать поводки на берегу. А в это время Ирина, как уж повелось, опять ловит. Ну вот, наконец-то и у меня реализованная поклевка. Сапа. Садок ее, в садок. Небо постоянно пугало возможностью осадков в ближайшее время в виде дождя, а то гляди и снега. Но слава богу, все обошлось. А сапа одна лишь сапа тем временем клевала практически без перерыва. Так вот и проходила последняя рыбалка сезона открытой воды.
кто же это ее так покусал? Сколько поймали, не взвешивали. Но нам двоим и соседям по саду вполне хватило. А поднабравшая на зиму жирок сапа весьма неплоха на вкус в копченом виде. Кушать подано, господа!